обвинить ее в недостатке компонентов по сравнению с другими фигуристками, конечно, нельзя. Хотя у китаянки компоненты были на очень низком уровне, ну, 5,5 баллов максимум. Это немного. Связки ей оценили еще на 0,7 ниже. Канадка Дайан Змиет, ученица Скотта Рачука, на турнире NHK она провалилась до 12 места. Что будет здесь? Канадка Дайан Змиет. Есть, по-видимому, такая дурная привычка у этой канадской фигуристки подстраховываться рукой во время прыжков, потому что, ну, вы видели, что она коснулась рукой льда на первом же каскаде, который она исполняла из тройного и двойного тулупов. То есть так вот незатейливо прыгает тулуп и прям сразу касается рукой. А потом, когда она прыгнула аксель, вот она прям тянулась рукой ко льду. И, учитывая то, что он у нее получился, она в последний момент все-таки не стала этого делать. Ну вот скажите, нужно было здесь касаться рукой льда или нет? Это чистой воды привычка, от которой нужно, конечно, избавляться жесточайшим образом, иначе она будет приводить к огромной потере баллов. Вот она заходит на флип. Троечек делает только двойной. Двойной скучный флип. И, в принципе, музыка такая вот в исполнении Кронос Квартета. Вот смотрите, оп, вот тянется прямо рукой ко льду, прямо тянется. Такая музычка-то у него заводная была в этом цыганская, в этой короткой программе. И вроде бы публика как-то вот-вот, она уже начала аплодировать и как-то быстро сдулась, потому что Дайан своим катанием не поддержала этот настрой. А публика все это всегда чувствует, пусть даже это и Китай.
с неискушенными зрителями, которые аплодисментами себя не изводят. $38. Так называемый season best. Потому что на турнире в Японии